водой, глубоко. Вот смотри, какая компашка у тебя на одной плиточке. Loud sound, Mrs. Quill. Подо мной ничего, кроме весны темной нет. Ту проведу я рукой. Ну это ж у нас самые громкие. Я это знаю. Я вам расскажу про Hyundai Creta, которая у нас была на установке аудиосистемы. Также мы делали шумовиброизоляцию. Также мы поменяли головное устройство на TI Stace, кто как его называет, назовем его TI SMCC3. Также установили камеру заднего вида, так как есть потенциал в своем подключении. Начнем, наверное, с аудиосистемы. Сейчас мы здесь. Что у нас главное? Все с главного устройства. У нас идет подключение по высокому уровню через HL4. HL4 называется? Да. KIX HL4. В роли усилителя у нас идет Angry Ant Light. Это 1.1000 моноблок на F10 у нас идет в стелсе, покажу вам. И 450 четырехканальник идет на передней и на задней динамике. В роли задней динамики у нас GB652S. И теперь у нас компонентка GB65S. Вот, проходим уже к автомобилю. Начнем, наверное, как всегда, с подкапота. Под капотом у нас все по классике. Кабель, защищенный предохранителем. Это 4G, Predator. Полная медь. Вот так вот у нас дверь выглядит. Так как мы делали здесь полную шумовиброизоляцию. Внутри у нас идет тоже Gold. Здесь у нас тоже Gold. Вот так у нас закреплены динамики. На все крепко, на винтах. Динамик крепится уже на шестигранничке. Так вот встали у нас пищалочки. Вот, пеликулка. Очень, вот у нас есть тот самый TI. Надо протереть. Ну ты что, мать? Нет. Задняя дверь у нас здесь все собраны. Штатный магнитол лежит. Надо сейчас убраться. И салончик у нас здесь собранный. Вот так вот у нас расположились усилители. Один здесь, другой, естественно, здесь. Здесь у нас моноблок, он такой фальшпанель. То есть все вот это пространство можно использовать обратно по его назначению, чтобы сложить, но с предельной аккуратностью. Надо просто думать, что ты туда кладешь, ложишь. Вот так у нас расположился стелс. Все, намертво никуда не денется. ФТ-шечка, десяточка. Да и, наверное, все. Все заклеено. Камера заднего вида у нас установлена. Не знаю, кто ли клиент привез, может быть, мы заказывали. Здесь у нас тоже уже все собрано. Осталось только чуть протереть-то. И... Да и все, наверное. Если вам нужно интересно знать цену, цена всего где-то вышла. Тут очень много всего. Шумовиброизоляция у нас в данном случае за сумму 45 тысяч рублей. Аудиосистема у нас вышла. Где-то на 80 тысяч рублей. Может быть, поменьше, плохо. Сейчас считаю, сейчас только у нас утро, время 9 утра. Так что примерно считайте сами. Аудиосистема примерно на 80. И шумоизоляция 45 тысяч рублей. Плюс тут были какие-то небольшие еще там корректировки по проводке. И все такое. Пол мы клеим голдой. Поверх мы клеим барьером. Багажник мы клеим голдой. Арки мы клеим против плюс. На них идет катара. На пол у нас идет также вот так вот катара. Сэндвич. Многофункциональный потолок мы клеили тоже STP Gold, а поверх идет шумовский абсорбер. Сейчас я включу еще одну прослушать.
Вот этот трек, кто был на Раске, знает то, что этот трек играет после 4 часов и часов до 7 вечера, просто он играет и играет, потому что все ездят, замеряются на этом треке. И когда уже конец соревнований, ты вот уже там, где тылы начинают замеряться, и ты вот слушаешь просто эту вот пирамиду, она называется, и ты слушаешь, уже просто с ума сходишь. А тот, что могу сказать по системе, играет очень вкусно, мне, кстати, очень нравится. Что ты смотришь, я не снимаю, что ли? Нет, я снимаю. Бывает система, типа, ну, как бы я слушаю систему, я понимаю, как играет. Бывает то, что он играет, бывает как-то интересно. А тут прям играет очень сочно. Все прям как надо. Вот. Я не красноречив, но тут все как надо, все в своих местах. Надеюсь, вам была полезна эта информация, этот обзор, чтобы вы понимали, какую можно брать систему, что можно, как бы, какую сумму можно сделать, там, шуброизоляцию, там, так и подобрать систему, плюс там TIS, ну, кстати, вот я вам говорил сумму, это без магнитола, я вам говорил, за примерно около 80 тысяч рублей, потому что там еще корректировки какие-то были или будут по проводке. Магнитол отдельно, естественно, даже меньше должна быть, меньше 80, потому что там минус работа по камере, минус камера, минус магнитола. Да не загнул более сильно. Ладно, ребят, всем, короче, пока. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и всего вам доброго. Всем пока, двигайся музыка. Let me take you to a land where we call it the Flash. Where I rode a Honda Civic with a trunk full of packs. I didn't have to have 10, I had a 40 on the lap. And if you ever fuck with